Всем привет, друзья! С вами я, Игорь Кудор. Мы продолжаем делать баги в Ice Cream 3. Если вы хотите продолжение, у меня есть кое-что для вас очень интересное. Поставьте лайк, как и в прошлый раз. Я выйду через эту дверь, но вы, если не поставите, я не выйду. Раз, значит, три, два и три. Забираем сразу рогатку, чтобы я вам показал и рассказал, какой баг сейчас буду показывать. Нам для этого нужна рогатка. Кидаем ее сюда. Забираем ключ. Забрали. Выходим на улицу. Наверное, уже многие знают про этот баг. И, наверное, это, можно сказать, старенький баг. Я думаю, уже многие знают об этом. Так. Мы стреляем. Ой-ой-ой, подожди, я что сделал? Воу-воу-воу! Нет, не то! Отлично. Давайте сделаем глич. Подходим, нажимаем. Ну что, мороженщик? Ха-ха. Давай-давай, подходи сюда. Подходи сюда! Держи! На тебе, вонючий мороженщик! Короче, вы подходите сюда, смотрите, вы должны через этого мороженщика забраться на эти ворота. Но как у меня это... Ой, получилось только что! Надо бы обратно забраться. Вы должны забраться на эти ворота и затем пробраться через них. Посмотрите. Мы пробираемся. Наверное, уже многие знают про этот баг. Но я как бы показываю тем, кто не знает. Мы можем забраться за пределы этой карты. Посмотрите. Хопа! Супер! Мы можем посмотреть, что у нас тут. Смотрите. За этой дверью ничего нет. Это все муляж. Вау, смотрите, какая тут кладовая. Ага, за этой кладовой тоже ничего нет. Вот это жесткий секрет. Так, комната мамы и папы тоже пустая, получается. Да. Многие комнаты оказываются пустые. Издалека, если посмотреть. Угу. Мы вот так вот выходим сюда. Вот это вот, получается, комната там мамы и папы. Ну, отсюда мы не сможем посмотреть, как она выглядит. О, мороженщик, здорово! Ха-ха, смотрите! Йоу, чувак! Он не может сюда пробраться! Это замечательно, слушайте. Ну-ка. Реально. Это капец круто. Я предлагаю, знаете, что сделать? А я предлагаю подойти сюда и забраться отсюда. То есть это стена. Все понятно. Она не дает нам пройти. А ну-ка. А мы можем пойти вот сюда? Мне кажется, да. Смотрите. Фантастика. Мы видим конец карты. Наверное, сюда никак не пробраться, но я хожу. И это очень круто. Ну-ка, что у нас тут? Вау. Если я сейчас сюда упаду, то я упаду вниз. Конечно же, не хотелось бы этого делать. Но я предлагаю вернуться назад. Посмотрите, пожалуйста. Этот мороженщик хочет пройти отсюда. То есть он видит то, что я тут. И он пытается забраться ко мне. Но у него это не получается. Это просто фантастика. У него реально не получается, ну-ка. Смотрите, он даже не слышит, он просто забаговался и все. Ему как бы норм. Вау, вот это да. Интересно, я смогу пробраться отсюда? И побежали. Ух, офигеть. Вау, классно, классно. Смог. Это очень круто. Так, он тут где-то стоит, да? Он до сих пор там стоит. Смотрите, он забаговался реально. Он до сих пор там бегает. Ладно, пусть бегает, в принципе, мне же хорошо. Короче, я показываю вам следующий баг. Баг находится в торговом центре. Для этого нам нужно зарядить пушку. Так, смотрите, что такое, в смысле? Ага, отлично, заряжаем. Все, пушечка у нас зарядилась. Кидаем ее сюда. Забираем рогатку. Тоже кидаем ее сюда. И сразу же езжаем в торговый центр. Нам срочно нужен в торговый центр. Я сейчас вам покажу невероятный баг, ну, о котором вы, наверное, не слышали никогда. Хотя, возможно, и слышали. Я предлагаю прозрачность добавить. Мы берем наше оружие. Заряжаем. Кидаем это сюда. Заряжаем. Супер. Подходим к рыбам. Но для этого нам нужен рот. Родик, давай ты сюда придешь. Как тебе такая идея? Рот, ты где? Вон он, рот, хорошо. Давайте мы его забайтим. Он должен увидеть нас отсюда. Ну, где музыка?
Странно, почему-то не видит. Ну и давайте тогда мы напрямую сюда подойдем. Yes! Отлично! Рот, давай, двигай сюда. Тебе нужно сюда ко мне подойти. Я думаю, ты же хороший мальчик, да, подойдешь? Так, отлично. Вы должны стрельнуть в него. Вот так вот стрельнуть и толкнуть. Нет, Рот, давай, пихайся. Yes! Офигеть! Смотрите, теперь он будет тут навсегда, вы знали, друзья мои? Вау! Посмотрите! Реально, Рот останется в этой воде навсегда. Так, я даже могу его немножко потолкать, чтобы рыбки его сожрали. Очуметь! Так, Рот, давай. О! Вот такая вот поза классная, думаю, да? Вау! Рот у нас... О, щит! Блин! Пробуем еще раз. Так нельзя. Ну-ка, давай сюда двигай, Родик вонючий. Сейчас мы с тобой разберемся. Держи! Давай, двигай сюда. Хорошо. Так, теперь его нужно как-то засунуть внутрь. Опа. Супер. Все, рыбки, теперь он полностью ваш. У-ху! Вот это фантастика. Посмотрите, как он лежит. Офигеть. Все, ждем. Просто ждем, пока его рыбу не сожрут. И просто ждем, пока он не встанет, да? И мы сейчас увидим невероятные сцены. Вау! Рыбы его толкают. Настолько Рот мягкий, то что его толкают рыбы. Это фантастика. Я предлагаю подождать, пока он проснется. Опа, проснулся. И посмотрим, выйдет он сюда или нет. Да! Просто баг невероятный. Он остался тут навсегда. Он ничего нам не сделает. И это классно, слушайте. Я предлагаю посмотреть. Вот смотрите. Ну-ка, смотрите, рыбы. Главное, чтобы рыбы его не подняли. Если рыбы поднимут его, то он выйдет отсюда. Не поднимайте его, не надо. Он не заслуживает этого, понятно? Будет тут сидеть навсегда. Мне прислал этот баг в комментарии мой подписчик, не помню, в комментарии, либо ВКонтакте. Скорее всего, ВКонтакте. И этот баг работает. И это круто. Зарядили. Ну-ка. И что он будет делать, если он потеряет меня? Ну-ка. Все, он меня потерял. Смотрите, он стоит на месте просто. Ему вообще все равно. Он не хочет двигаться в этой... В этом аквариуме. Вау. А, нет, двигается, гляньте. Лянь двигается как... И куда он пойдет? Он же не сможет выйти. Реально не может выйти. Смотри. Он на самом деле хочет этого сделать, но не может. Ему не дает игра. Вау. И все, теперь торговый центр полностью ваш. Вы можете делать тут баги, делать тут всякие гличи и так далее. Пробовать всякое. Теперь этот торговый центр полностью ваш. Офигеть. Я предлагаю сделать так. Держи! Пам! На тебе. Держи по башке, понял? Так тебе и надо. Оклемался, хорошо, молодец. Но не тут-то было! Уху! Круто, слушай, чувак. Так, отлично. Ох, как же жалко Рода. Ничего не можешь сделать. Ха-ха, держи! Ты чё, блин? Не могу. А, я не зарядил же. Заряжаем. И держи! На тебе, вонючий Род. Так тебе и надо. Будешь тут спать всю вечность, понял? Это твое местоположение. Ты будешь тут реально лежать всю вечность. Ты будешь тут теперь жить, понимаешь? Это... твой дом. Ты никогда отсюда не выйдешь. О, да. Рот у нас, конечно, смешной. Так, я предлагаю его немножко подвигать, чтобы он начал двигаться. Смотрите, он реально... Он реально как будто... немножко бухой.
Ладно, уходим отсюда. Сейчас он проснется. Вот такой вот баг. В принципе, все понятно, да? Понятно, как его делать. И так далее. Он не может выйти дальше. Ладно. На этом все, ребят. Надеюсь, вам понравился этот баг. Точнее, два бага я вам показал сегодня. И думаю, вы оцените. Думаю, вы оцените и поставите лайк на этот ролик. Все, с вами был я, Игорь Кудрый. Всем удачи, всем спасибо, всем хорошего. Всем пока.